Тем временем 4 новых боевых вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу ВВС Казахстана в рамках договоренности с Россией. Военная техника дислоцирована на западе страны. Представители Минобороны отмечают, что Ми-35 имеет высокие летно-технические характеристики и применяется в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения, вертолеты используют и для перевозки личного состава, грузов, а также транспортировки больных и раненых в сопровождении медработников. Данный вертолет является перевоплощением того легендарного вертолета Ми-24, который уже 40 лет стоит на вооружениях. 2004 года на Ростовском вертолетном заводе они прошли глубокую модернизацию, в том числе расширился спектр задач, которые они выполняют днем и ночью, и простых, и сложных метеоусловиях. Как основная задача, это, естественно, поддержка наземных войск с воздуха, с применением различных средств поражения, как управляемых, так и неуправляемых.